пока говорить о каких-то массовых или совместных проектах по производству домов или сооружений по данной технологии, скорее всего, преждевременно. Весь интерес сосредоточен в секторе печати нестандартных архитектурных форм, опалубки сложных инженерных вещей, потому что для строителя появляется еще один плюс. Помимо сроков и себестоимости, эта технология позволяет очень точно и ювелирно соблюдать размеры, что не позволяет делать современная промышленность строительных материалов. Экспериментальные здания, отпечатанные на 3D-принтерах, есть в Америке и Скандинавии. По оценкам экспертов, трехмерная печать домов выйдет в тираж не ранее, чем через 10 лет. Так что с решением квартирного вопроса с помощью 3D-технологий придется еще подождать. Несмотря на неясные пока перспективы, технология 3D-печати домов вызывает большой интерес в отрасли. Поэтому наша программа будет внимательно следить за развитием этой темы.